Здорово, Лешка, продолжаем мы, в общем-то, играть Beyond the Souls. У нас после первой ночи одна, до эксперимента еще. Это, скорее всего, какой-то из дней в этом, в этой хрени. Да. Уже много игрушек, много всего. Transferred. We have to leave the base. We really want to take you with us, but we think everyone вот thinks it would be better for you to stay here with Professor Dawkins. За это можем играть только за. Of course, we'll come to see you whenever it's possible. Ага, конечно. You'll join us in our new home. Не заберут они, все известно уже мне. Это ж понятно, блин, такая ложь. Сука, тебе бы еще пнуть бы чем-нибудь. Вот мать хорошая. Вот именно. It's enough. Come on. А ну давай душ, мразюка. Но я не убил его, не надо. Зря мы это сделали, все равно. Зря мы это сделали, черт. На эмоциях просто. Одна. К сожалению. Пытались задушить отца. 62%. То есть почти все, ну как почти все, ну большинство сделало на эмоциях, как я. Сломленное. Наваха. Что это? Наваха. Что это? Город какой-то. Орлы летают. Ну да. Гранд Каньон. Прям винда. Красинка. Не подарок, по-моему, Гранд Каньон. Ну и как-то именно это место называется, я уже забыл, честно говоря. Look, I'm totally exhausted and thirsty, and I have no clue where we fucking are, so just play nice and give me a break, okay? Что она здесь делает одна? Она бы не смогла столько пройти. О, люди. Если смотреть на Джоди, то графен нормальный. Если смотреть по сторонам, по Локи, то графен говно. Прям как на PSP, ну честно. Ну, с другой стороны, PlayStation 3, поэтому все дела. А, фиг попроверить. Просто идем. Ух ты, еще один бас. А, ну-ка. А сейчас, если мы сделаем. Сейчас третий проедет, 100%.
Ну, можно и так. Everything's gonna be okay. I'm in the middle of nowhere. I'm dying of thirst. And everything's fucked. But it's gonna be okay. Leave me alone, Aiden. What? Она не заметила, типа, это? Ну, красавица. О, красивая сцена, очень красивый свет, красиво падает. It's okay, Aiden. There's no reason to be nervous. Она бы в дом, ну ладно, давайте сюда сходим, посмотрим, что здесь за лошади. Какие-то, видимо. Это прям как мой любимый фильм, этот... блин, Одинокий рейнджер, по-моему, называется вот так. Да, ладно, реально, лошади есть. Он прям фильм Одинокий рейнджер. Тут прям почти повторяется полностью. И лошадь такая же почти, лол. Один. Давайте посмотрим на лошадь. Лошадки. Но мне жарко лошадки. Вы как-то хорошо выглядите без мух, поэтому вряд ли это правда. Просто лошадка. Хы, большая такая. Нам в дом. Постучи только сначала для приличия. Здесь вряд ли никто не живет. И скорее всего кто не живет, поэтому... Ой, ты чё? Я не заметил даже. Вот именно, чё ты гавкаешь? У тебя втелька. Тук-тук-тук. Там кто-то есть, кто-то кушает. Я слышу. Hey, I'm so sorry to disturb you. I'm just looking for some place to spend the night, and I was hoping that... You can't stay here. Sorry. Please. It's gonna be really cold tonight. I have nowhere else to go, and... I promise I will be gone by morning. I told you you can't stay here. You need to leave now. Индийский. Какой-нибудь непонятный местный язык. Okay. You can stay here tonight. Come in. What's your name? I'm Jody. I'm Paul. These are my sons, Corey and Jay. My mother, Shimasani. Don't be surprised if she doesn't answer you. She hasn't spoken in years. We're about to have dinner. Would you like to eat with us? Yeah. Yeah, thank you. Ну что ж, го. Тут эти вот персы иногда меня смущают. Сволочи. Бедная девка. Вот эти вот персы, которые слева от меня вот сидит, например, вот, сука, ну специально как будто бы. Бедная бабушка, такое ощущение, что плачет постоянно. Смотрит на нас еще, типа, блин, дать покушать. Плиз. Уже темнеет прям. Все на нас так смотрят, блин, ну капец. We don't see many hitchhikers out here. Can I ask where you're headed? I just keep moving from day to day. I guess if I keep going long enough, I'll figure out where I'm headed.
I see. You guys are, Navajo, right? Navajo. What's the name? Navajo. That means the people in Navajo. That's what we call ourselves. Здесь одни? А, вы хотели не спросить о лошади. Мустангс. Мустанги, вау. Чурос? Sheep. А-а-а. We sell their wool and milk. It's not much, but it keeps us alive. Вы здесь одни? This is the first ranch that I've seen in miles. Mm. There used to be more of us. Many have left for the city. А вы что, нет? Урбанизация не для вас? Монстры. Эти. А, чупакабры пришли. О, чупакабра огромная пришла и съест сейчас всех. Серьезно? Бедная собака, она на улице живет. Нет. А вон уже в доме. Тут какая-то херь происходит. Кто-то их кошмарит. Так, надо понять, кто их кошмарит. А мне интересно, кто их кошмарит. Фига, тут прям... Кроватка большая, все удобненько, дом большой. Stay in your room. No matter what you hear. What I hear? What do you mean? You value your life? Lock your door and don't come out until the morning. Окей, а не оборотни? Или что за сумерки начинают? Что происходит? Ну окей. Оу, щит. Ну, красиво, ничего не скажешь. Окей, ложимся, спим. Все. А это ничего ты там базаришь? I know. It's a very strange place. Don't worry. Tomorrow will be a long way from here. Good night, Ida. Спим. Наконец-то не будет ворочаться. Они на диском захоронении комнату, видимо. Stay in your room. No matter what you hear. Диск, господи. Теперь как в фильме в GTA 5. Пятый. Ой, да, индейцы. Выйди, Наталья, не идти. Иди поспи, ты что творишь? Тут окон двери все заперты, окна и двери, окей. Сначала луканем, что здесь происходит. А, мы бы не смогли выйти из Миайдена. Так, тут никого. А, нет, тут этот прячется, боится. Этот тоже не спит. Никто не спит. Капец. Короче, никто не спит. И индейцы пришли за нами убивать. Но мы это самое, убьем их. Бабушка, откройте.
Так, окей, можем постучаться к нему в дверку. Они боятся, что это не мы. А мы так не сделаем, мы же это опасный капец. Мы избавим их от... Так, господи, ты иди нормально, пожалуйста. Избавим от этой хрени, у нас же есть этот самый... Собачка, ну что ты боишься? Бедно, что тебя не пускают в комнату? Так, на лошади кошмарит. Бабушка. Окей, а мы сможем выйти лукануть без одежды холодной ночи? What are you doing here? I told you to stay in your room. What the hell was that? Go back to bed. You can leave in the morning. А, ну что мы избавим от этого, прям кошмарит их. Ну такая сейчас защита на самом деле, дверка закрыта. Вот. Оу, щит. Все-таки не холод, а этот индейц сзади стоит. Погнали, в общем-то. Можно зайти посмотреть? Не. Ладно. 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 К бабке не зайдем. You looked exhausted. I told the boys to let you sleep. Thanks. I really needed it. Made some coffee. Да, я буду кофе. Давай побазарим, что за херь это была? Можно напиться кофе? Все, можно просто вот все, типа, уйти. Я хотел помочь им так-то. I'm gonna hit the road. Thank you. There's a lot of work to be done on the farm. Maybe you'd like to stay on for a few days. Lend a helping hand. Couldn't pay you anything, but you... You have a roof, food on the table. What do you think? У меня есть выбор? Yeah. Yeah, why not? Good. You'll find some more clothes in Corey's room. See you outside. Ну вот так вот. Офига, мы модные стали. Ой, черт, овса. Чупакабра съела их. Ready for work? I'm ready when you are. The sheep need water. Think you can handle that? Sure.
мы должны спасти их. Бабка, ты как? Бабка, 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 бабка. Привет, можно поговорить с тобой? Расскажи что-нибудь. Можем память ее прочитать, кстати. My name is Jody, and I'm gonna stay here for a little bit and help out. I hope that you don't mind. This is beautiful. Did you make this yourself? Не особо разговорчивый, видимо, у меня деменция. Могли бы из памяти прочитать, но мне кажется, мы потом это сделаем. Прочитаем обязательно из памяти, что за херь это вообще, какое проклятие, видимо, не знаю, наложено. Пошли. Ну тут хотя бы вода есть, это уже хорошо. Они мне иначе бы здесь умерли. Ой, сжигают овечек. Две овечки. Слушайте, если таким темпами их будут убивать, то у них не будет скота вообще. So, you're gonna stay a while? It looks that way. Great. I mean, it's good to have some help. Can you get some hay from the barn? Ну окей. Нет, с лошадками там. Ну, у нас здесь нет любовной линии пока что. Я хочу на Айтитава самого в этой игре. Потому что, ну, это все, это попутчики. А мы не такие, мы самые лучшие. Вот. А, ну, нихера у вас сена, конечно. Ну, нихера у вас сена. Ну, ладно. Айден мог бы скинуть парочку там штучек. Help me, Aiden. Вот именно. Тут на нее не урони. Just one bale, not the whole goddamn haystack. Ха. Ну, прикольно, возьми. Сейчас старый мотик стоит. Нерабочий уже. Ты не урони. Hey, Jody. Lunch? Okay, let me just finish this first. Да-да-да. Очень продуманную игру. Перс отвечает, смотрит в сторону, камера отворачивается. Прям очень кинематографично, очень красиво. Всегда знал, что игры от Quantic Dream проработанные. Нужно еще Heavy Rain поиграть потом после этого. Когда-нибудь. Put it down anywhere. Thanks, Jody. Это прям на вечку кинет. It's lunchtime. Go and join the boys if you're hungry. You coming? Later. I still have work to do. Okay, later then. Вот это мы помогли, конечно. Ну что ж, собой мне нужно похавать. А еще выбираю, куда сесть, да? Thanks. Не отдельно, правильно, отдельно садись. Are there other Navajo ranches around here? There used to be about 50 some years back. О, господи, ну ты уже спрашиваешь. Только не у него. The others got scared off. The others decided to go live in the city. Not everyone wants to live in the desert. Что-то они скрывают. Is it true that your grandmother hasn't spoken in years? Yeah. My father said she hasn't said a word since my great-grandmother died. That's gotta be 30 years. Жесть. Ну прям очень долго. When I opened the door last night, I saw something. Pretty sure someone was outside.
I don't know what she's talking about. It's probably a dream. I saw the dead sheet. What happened to them? A storm. They wander out of the pen and choke to death on the sand. Do you always ask so many questions? When I don't understand something, yeah. Yeah? How about if I started asking you questions? Where you come from? What you're doing here? You probably wouldn't like it, huh? So keep your secrets to yourself. And don't ask any more questions. Класс. Вот ты мразюка. You'll excuse me. I got work to do. Excuse you. Конечно, excuse you. Don't mind him, Jody. He's okay when you get to know him. I'll bet. Well, I guess I better get back to it or Paul will get mad. See you later. Ну вот как-то так, ребятушки. Well done, Jody. Да, ну вы промолчать. Погнали к лошадкам. Луканем. Let's see what Jay's doing. Proud, stubborn. Never wants to go in with the others. Do you mind if I try? You worked with horses before? No. Go right ahead. His name's Ashki. Ну что ж, Ашкин. Нам поможет Айден. Hey there, Ashki. Don't be afraid. I'm just gonna come over there, okay? Mm-hmm. Easy. Easy, boy. Я аккуратненько подошел. Давай, я аккуратно подхожу. Не бойся, не бойся, все хорошо. Все отлично. Сияшки. It's not so bad, is it? Admit it. You kind of like me, huh? Hey, Айден. Ever dreamed of riding a horse? Поехали. А, мы с ней вселимся? Вау. Ты можешь взять после что угодно, что ли? Take him to the enclosure. А куда нам? Можем перепрыгнуть через забор? Не, не можем. Нам загнать ее нужно или что? Так, ну я выселиться не могу. Поэтому... Загоняем. How'd you do that? We all have our secrets, right? Вот так-то. Maybe I misjudged you. You want to take a shower? It's behind the barn. Ladies first. It's fine by me. Ну, начнем. Помоемся. А, ну вот это, видимо, мыться. Огромная бочка литров под 1000. А может даже 10 тысяч литров.
Не, ну что все-таки тону, потому что иначе бы конструкция это не выдержала столько. Ну, водичка должна быть горячей, как минимум. Класс. Только долго не мойся, там воды не так много. Упс. Круван? Чё? And then the guy left running. And you know what? He was never seen again. Бедная бабка. Ей очень грустно. It's time to go to bed. What's happening here? Бедные доги. Why do we have to lock up the house? Just go to your room, Brody. And don't come out, no matter what happens. You remember the sheep last night? I don't want anything to happen to you. God, for God's sakes, Paul. What's going on here? Just go to your room. There's nothing you can do. Ну блин, что поделать? Go to our room, как бы. По-моему, слева. Да, вот это. Так, что-то... Ну, окей, давайте, ладно. Там не так темно, мы видим, что за окнами не темно. Это баг, видимо, какой-то. А здесь... Нет, здесь тоже не так темно. И здесь видно, что не темно. А, нет, нормально. Ну все, выходим. Буря каждый вечер, видимо. Или посмотрим. Ух ты, нифига. Пиробура такая. А это защищает. То есть это защитники. Они защищают дом. Это каждый вечер, капец. Давай, успеем. Все норм, все норм. Ничего не вижу, правда. Ну, блин. Ух ты. Жесть. Опасно, конечно. А, сломал тупо, класс. А чего так дом просто не может сломать? Кошмар, только дом не может сломать.
Хотя херачик подпишет, что прям не горит. Нифига он все сломал, сейчас проснуться эти все заново делать. Капец. Эти хелпаны. Защитники. Окей, они хорошие, это мы поняли. Джоди! Джоди, я сказал тебе остаться в твоей комнате. Ты мог бы быть убит. Что происходит здесь? Что это за штука? You should have listened to me. Stayed in your room. You have to tell me the truth. You have to tell me the truth now. It's Yaitzo. He wants blood. That's all he's interested in. We can't do anything about it. You can't fight a spirit. Spirits don't live in this world. If he's here, there's a reason. Фига. You remember Ashley? We're friends, right? I'm just gonna put my foot in the stirrup and climb up, okay? Давай, 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 давай. I need to figure out how to go forward. Сломалась эта штука или они убрали ее? We're doing pretty good, huh? That horse is gonna have to tell me your secret. Listen, I'm headed over the pasture to tend the churros. You wanna come? Sure. Let's go. Погнали. Нормально бежим так. А, нужно задержать пробел, окей. Ух ты, поворачивать трудно. Овечки, реально лол. Бе-бе. Чем тебе присесть? Узко. Look, I know you don't want to talk about it. But I really need to know what happened last night. Your father knew the spirit. It's not the first time he's come, right? Yaitzo has always been here. It comes at night and steals souls. The old ones used to say, it's a curse. The price our tribe had to pay for living on these lands. Так не живите здесь. And the ghost that's around the house. Do you know who they are? My father says five spirit guardians have always protected our tribe. They come at night to prevent Yaitzo from killing us. I don't know if it's true. But Yaitzo has never managed to get into our house.
my turn to ask you some questions. What are you really doing out here in the middle of the desert? It feels like you're running away from something. I guess I'm just trying to forget. You know, make a new start. Maybe I'm just running away from myself. You're like us. You also have your dark secret, don't you, Jody? Да, есть dark secret. Скажи правду. I have to tell you something. Вовремя, вовремя, очень вовремя. There's no water at the ranch. Something must be up with the well. I'm gonna have a look on my way back. I can go take a look if you want. Don't know if you'll be able to do much. I'll do what I can. Where's the well? It's over there. It's got a windmill. Shouldn't be hard to find. Okay. I'll see you back at the ranch. Okay. Долгая сцена очень. Ну, see этот, you later. Воспоминания очень долгие. Очень долгие. Час-полтора, я думаю, будет. Выпуск этот чисто идти, эта серия. Я не хочу ее заканчивать просто. Ну, чтобы линию не прерывать, там, все дела. Если уже начали, то есть до конца дойдем. А, бежать не пробил, точно забыл. На shift нажимаю, опять не бежит никуда. Фига быстро. Так, ну что ж. Каким, блин, фигом перекати поле там оказалось? Фига, принцип. Ой. А, сейчас. Какого фига здесь рации у них такие новые, современные? Недалеко от них этот пам. Ой, здорово. Ты добрый, злой? Полуконем. Здесь кто-то живет. Там будет темно. Естественно. Может, не будем лезть не в свои дела, нет? Так, что это? Так, что нам здесь делать, в общем-то? ХЗ. Упс. Угу. У индейцев все сгорело, и они теперь мстят, видимо, так. Черт, здорово.
О-о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 
Наша лошадь ускакала. Опять надпись. Краун. А, корона, господи. Краун, да. Ну что за кью это? Краун. Корона туда. Твою мать. В контексте 21 года это... 22-го, 21-го, 20-го даже. И звучит очень херово. Ну, поскакали, что сказать. Все, можем идти? Нет, еще рано. Давай, скачи. А, ну что, ну вот это прям, да, вот мы прошли прямо сквозь гору. Что нам это дало? Что нам это дало? Ничего нам это не дало, видимо. Окей, куда нам? Нам показывают, что туда, окей, погнали туда. Так, ну я что-то вижу, ну это просто дерево. Не знаю, куда мы идем. Возможно, даже неправильно куда-то идем. Ну, ладно. Так, слушай, надо было выйти, видимо, там. Ну ладно, давайте обратно прибежим. Здесь корона должна быть непонятная. Да блин, давай. Ну слезай с нее, там можно слезть? Нет? Так, здесь она просто ходит. Но я не могу слезть с нее, поэтому... Хезе. Айден не могу вызвать, там я не могу ничего сделать. Странно, непонятно. Не могу слезть. Че, лошадь тупая, блин, управление. Максимально тупое управление у лошади просто. Ладно, ускакиваем отсюда. А если мы по дороге побежим? А, ну вот, разруха это, нашли какую-то разруху. Да, и туда, наверное, наводится камера автоматом. Да, слезь уже. Но лошади очень неудобно, лучше пешком ходить. Какой-то колодец из нее выползет, это самое, из звонка. Мы можем прыгнуть в колодец? Сабля. Ну давайте направим. А, это же эти бояки, которые нас еще кошмарят. То есть индейцы типичные в то время и... Эй, здесь. Типичная история. Переселенцы, индейцы и все сражаются. Знают историю Америки, здесь, в принципе, ничего нового не узнают. Хэт. Ч
чья-то хэт. Какая-то она слишком хорошо выглядит для того, чтобы быть старой хэт. Давай. Да блин. Не работ... А, вот работает. Не, не работает. Блин. Fuck work, bitch. Да что не так я делаю, алло? Вот, сейчас работает. Спасибо. Ты серьезно, господи, эта сцена никогда не закончится. На этом вся игра завязана, что ли? Блин. Этот выпуск будет 2 часа, что ли, идти? Я уже прилечь хочу. Так, ну вроде я туда иду. Да ты серьезно, какая огромная локация. Что это? Молния ударила. Наоборот. Надо в этот круг. Раскопаем что-нибудь сейчас. А да, только лошадка ест ничего. Песок. Почему бы нет? Ух ты, какая-то хрень, заклятие какое-то. Окей, а это что? Thanks, Aiden. Weird. This one has no talisman. Окей, это что, что? А это как взять? Это как взять? Вот так. Ну,
Это ребенок, видимо, бабушка это. Вот это бабушка. Help me, Aiden. I've got to see what happened. Так, окей, давай. А, что мы... А, нужно еще. Давайте проблем, конечно. Давай. Питай информацию. Да, блядь, что-то трудно. Очень трудно. Как это делать? Я уже забыл. А, вот. Да блядь, сука. Да блин, она перемещает руку свою сраную. Держи руку ровно. Спасибо. It all went by too fast. I didn't understand it. It's just all mixed up. Something's missing. I'll show the talismans to Paul. Maybe he'll know something. Так, ну окей, теперь идем обратно, видимо. Скачем обратно. Ох, черт. А это днем, это не ночью. Это мы виноваты, 100%. Побежали. А, это все-таки так близко к этим был. Все это время было очень близко к ним. Ну что за какая большая лопа, но нет. То есть все это очень близко. Ну просто кружок сделали, да. Заводи лошадку. Ох, черт, что случилось? Твою мать. О, черт, что произошло? Это мой виноват. Start. Капец, тут его херанул. Так, ладно, пошли в дом. Бабка, привет. Можно почитать твою память, чтобы понять, что произошло? А, это дело, которое ребенка путали. Она заговорила, вау. Не она. О, йоу. Давай, бери. Сейчас мы избавим их от этого всего страдания, ничего нет. Мы нашли все, вроде. А, отлично, давай. Опять сложный момент. Здесь уже либо полегче. Where it all began. You need to watch carefully. Remember every detail. А, я не защищаю, ты не защитники. Они портал открыли, красавчик. И эта хрень вызвелась. Ну молодцы, что сказать. Дебилы. Your ancestors. They summoned Yaitsu here. They were lost, full of hatred for the white man. They bring spirit, kill their enemies and gain revenge. В итоге им отомстили.
Ну да. He was still hungry. Hungry for blood. Yeah, Itzul is back. He has come to take our lives. We're your ancestors. They're the guardians who protect the house, right? They know they were robbed, so they returned to protect us from the evil that they released. If they brought the entity here, I mean, there's got to be some way to send it back to its own world. They used a ritual to open the passage. I still remember the incantation, but the ritual is lost in the past. I saw the ritual in my vision. I'll prepare it and you can help me with the incantation. Hurry! Давай, He's hurry. Coming. Окей, быстрее давай. Надо торопиться. Давай. Ты будешь дерево сейчас рубить, серьезно? Нельзя поленку просто взять. Правильно. Прям здесь? Ну, окей. Долго ты заколачиваешь два гвоздя. Нифига. Давай, жги. Joey, what the hell? Trust me! I know what I'm doing! We gotta get inside! The storm is coming! Leave it be, Jay! Опа, она заговорила. You can talk! Stick, Jody! You must find a stick to draw their side! Давай. Можешь быстрее бежать, пожалуйста? Пожалуйста, быстрее. Черчи. Человечка надо нарисовать. Первый. Now the talisman. I have to remember where each of the medicine man stood. Ты серьезно? Я не помню. That's exactly right. А, ну да. Этого не хватает. Айден. Это же душа или как? Все-таки это душа, я был прав, а это душа. Нормальная песенка. Фига, реально работает. Еще одно уровень, да? Давайте, помогайте, чувачки. Бабку уронили, правда. Айден. О, да, все, видели, что. Вот это босс файт, это прям жесть. Давай, я вчера чего-то. Вот, смотри.
пока. Класс. Мы все починили, мы молодцы, мы красавчики. Жесть, бабка, ты жива? А бабку свои проверить. Она дед? Блин, она дед, видимо. Блин, жалко. Зато избавились от монстра. I'm taking you. My people have buried our dead there for many hundreds of years. For us, it's sacred land. Я там пробел нажимаю, но, видимо, бегать нельзя здесь. Лошадка еще одна там. А, мы с вами здесь и памятник. Типа бабки. Ух ты, фига. Вот это прям индейское кладбище. Да, вот уже это там. Все там, кроме отца, видимо. А я не вижу, что с отцом до сих пор там устанавливается, что ли, дома. Бедная бабка. Это же бабка? Это... Да ладно, они вдвоем погибли. Черт. Блин, и отец, и бабка погибли. Ужас. Надо приехать из этой земли тогда. Зачем мы здесь оставаться? Капец. Всех убили, зато монстры их знали. А их можно было спасти как-то? Как-нибудь. Блин. Можно было спасти. Don't blame yourself. My father is with Shimasani and his ancestors. He's happy where he is. Матери нет и деда нет. Почему-то у них. Я реально могла их спасти, будем говорить от ее лица. Наживаюсь в роль. Блин, если бы можно было их спасти, то, конечно, бы это сделала. А так я просто не знал, что их можно спасти. Хотя дед, блин, нужен был зайти Айденом. Хелп, точно мог Айден хелпануть, твою мать. Здорово, чувак. Мне с тобой идти? Ну, давай посмотрим, что ты там предложишь нам.
скажешь спасибо. Окей, так. Left shift, надо все вместе держать. Окей, понял. Эй! Left shift. Эй! Так, left shift, пробел, давай. Пробел. Это... Я все держу, все клавиши. Так, все, не держу. Давай, что следующее? А, ну все, в принципе. Ну, помогает, конечно, да. Очень помогает, все видно. Айден? Это как Айден? Поняли, вот эта сюжетка. Давай, ваш закончись. So your decision is made? Не. You leaving? Конечно. There's things that I have to work out. Things from my past. I think I'm ready to face them now. You did a lot for us, Jody. For us and for our people. If you don't find what you're looking for, just come back here. You'll always find a home here. Конечно. Найдем. Тут делать нех. I'm gonna miss you. Me too. I'll never forget you, Corey. Ashki is gonna miss you. One day I'll come back and see you. Никого не посылать, просто обнять. Она пешком пойдет, может помочь? А, спасибо, вот этот мостик я видел, красиво, я хотел спросить. Спасибо, помог. Took me some time, but I managed to get it going again. Take it. It's yours. Wow. It's the least we can do to thank you. Thank you. Врум, врум. Поехали. Только ты это сам на глушак не ставь много, а то сожжешь там все. Блин, спасибо, помогли. Что? О, у, и, а, о. Окей. Их можно было спасти, да? Вот скажи мне, их можно было спасти, да? Просто это касан, видимо, богованы. Айден смотрел весь дом. А, вы не починили мотоцикл 90%. А можно было починить? Можно было тогда починить? Нам его починить, какая разница? Рассказать Джей правду. Вы завершили обряд. Вы вышли из дома 54%. Вы сбежали от их 51%. Вы не спасли Пол. А, вы уняли Джей перед духом 53%. Вы не спасли Пола. Можно было спасти его. Черт. Ладно, ребятушки. Увидимся в следующей серии. Следующая серия будет посвящена расставанию какому-то. Это после Консадора и до «Добро пожаловать в СРУ». Мы с кем-то будем прощаться, в общем-то. Ну, сейчас посмотрим быстренько и закончим. Ready? Окей, все. Ладно, ребята, всем спасибо, всем пока, с вами стрим, всем удачи, до новых встреч.